Что ты говоришь? Добро дали. На что? На проезд. У нас было всегда? Что было? Проезд. Да ну не сказали же. А кто сказал-то? Золина. Кто такая вообще? Золина? Да. Ректор. И что она сказала? Она сказала, в тепловые технологии не пускать никого. Не вывозить, не завозить. Но мы не тепловые технологии. Тепловые технологии? Ну дайте мне тогда пропуск ваш. У меня тепличные технологии. А где запрет? У вас есть бумага на то, что меня не пускать? Мне словесно сказали. А кто сказал словесно-то? У вас есть пропуск? Кто вам сказал словесно? У вас пропуск есть? Вам кто сказал словесно? Пропуска нет, я не пущу. Я буду здесь стоять, пока не пустите. Ну и все, стою. Здравствуйте. Вы кому-то направляетесь? Да. Можно уточнить тому? Просто из любопытства. Мне нужно выехать срочно. А мне нужно заехать. Я здесь стоял раньше вас. Поэтому не, пока я вас, не... Вам откроют шлагбаум, я вас пропущу без проблем. Вот сейчас откроют шлагбаум, и я проеду. Не, вы, получается, берете меня в заложники, мне нужно торопиться к начальству. А вы нас берете в заложники. И вы прекрасно знаете ситуацию, которая здесь происходит. Все терпят, и вы потерпите. Я никого не беру в заложники. Сейчас вы мне преграждаете путь, я не могу выехать, потому что вы стоите. Как только я проеду, и вы сразу проедете. Понимаете, в чем ситуация? Нет. Я проезжаю? Я не вижу взаимосвязи. Если вас не пускают, а мне нужно выехать. Это как бы не взаимосвязано. Почему это? Мне надо... Я сюда доставку делаю. Я везу сюда груз. На каком основании меня не пускают? Вы кому? Селекционную станцию, лабораторию, кафедру овощеводства? Кому? Вы прекрасно знаете, куда я еду. Нет, я не знаю. Ну, можете пойти уточнить у того же самой охраны. Если был другой выезд, я бы выехал через другое место, но у меня нету другого. Если был другой бы въезд, и я бы там заехал. Ну, понятно. Ну, из этой ситуации надо как-то выходить. Ну, не подобным образом. Ну, я понятно. Вы предлагаете мне прогнуться под вами? Или подо чего? Подо мной? Я при чем здесь? Ну, вы меня просите, чтобы я вас пропустил. Я прошу, чтобы вы поставили машину возле этого же шлагбаума, только чуть правее, чтобы я, моя машина... А на каком проехала. Основании? Если я стоял первый на въезд? Если вас не пускают, я не знаю, но на каком это основании. Мои проблемы, что меня не пускают, или да. Чьи? Это проблемы кого? Это я проблемы знаю, охраны. Ну? Ну, если вас не пускают, давайте я выйду, вы дальше будете выяснять. Давайте сделаем проще. Сделаем проще. Я въезжаю, а вы хотите выезжаете, хотите не выезжаете. Я не распоряжаюсь этим шлагбаумом. И... То есть вы мне предлагаете просто отсюда взять и уехать, что ли? Нет, подвинуться и встанете ровно. А на каком основании я должен подвинуться? Я нарушаю правила дорожного движения или чего? Я просто прошу вас, по-человечески. А я прошу, чтобы вы пошли и договорились, чтобы я въехал. Можно так как-то сделать? Вы же здесь работаете? Я работаю, да. Да, и я здесь работаю. Мне проехать надо, у меня доставка. А, что, а меня не пускают. А что ты привез? Я привез товар. Что? Отпускай, да? Поднимай шлагбаум, я заезжаю. Расскажите, пожалуйста, это ваша машина? Она приехала на закупку? Нет, наоборот, товар. Привезли. Накладная у него есть на машине? Дайте я посмотрю накладную прописку. Не будет никаких вопросов. На мир прибежал. Нет, это счет. Упаковочный материал. Ну к вам. Знаете, да. Можно задать один вопрос? А чего вы человека заставляете, чтобы он стоял, не вышли, не сказали, что это к вам приехала машина? А,
Дело в том, что здесь охрана, она просто не в курсе. Нет, так можно было бы ему позвонить, он бы пришел и сказал, что вы... Но у меня денег не хватит всем звонить. Понял. Вы меня запомните в лицо. Что? И все. Да мне просто, если скажут не пускать, я не пущу и все. Если мне надо, я заеду. И даже ты меня не остановишь. Да я шлагбаум ну, давайте не будем. Я этот шлагбаум вообще могу снять, да понял? Давайте не ругайтесь, пожалуйста. Охрана выполняет поручение, они тут не при чем. Вам сказали доставку сделать, вы делаете. Ты что, поверил в себе? А он да причем здесь. Ну и все тогда. Я и я делаю свою работу. А ты мне мешаешь делать свою работу. Подъезжайте, как бы, разгружайтесь и выезжайте. Пожалуйста, не ругаемся. Это твоя вина, что ты его продержал. К тебе приехал, ты должен прийти и сказать.